Уважаемые коллеги, я благодарю вас за то, что вы нашли время. Для нас это лестно видеть полный зал людей, которые интересуются действительно оригинальными решениями, оригинальными услугами, которые, я надеюсь, мы о которых сегодня очень подробно расскажем, а вы донесете до возможных заказчиков. Два слова буквально, чтобы не отбирать хлеб, что называется, у коллег нашей команды и у партнеров. Два слова об НИИС УКБ. Долгое название, красивое, я его не вижу, но это научно-испытательный институт системы обеспечения комплексной безопасности НИИС УКБ. Кто не знает, эта компания с 2005 года существует на рынке. Основным направлением работ компании до недавнего времени была разработка собственных продуктов под общим названием линейки Safe Technology. И вот буквально два года назад мы приняли решение, а в силу разных причин, о которых, опять же, коллеги расскажут, а почему бы не оказывать на базе этих и других не менее интересных, оригинальных продуктов, не оказывать услуги. Это первый постулат. Следующее. Компания также достаточно самодостаточная. Средний оборот за 10-12 лет от 2 до 4 миллиардов рублей. Поэтому действительно основными заказчиками были все-таки ТЭК, топливно-аналитические комплексы. И на основе того опыта, который мы получили, работая с корпоративными заказчиками, собственно, появились и продукты, и, соответственно, услуги, о которых сегодня коллеги расскажут. Что меня все-таки толкнуло в объятия услуг и почему решились на инвестиции, понимая, что инвестиции вернутся не завтра. Устойчивое направление все же это переход от капитальных затрат у заказчиков к текущим. И если два года назад слушал, но не слышал, не то чтобы совсем не видел, но были сомнения. Плюс импортозамещение. Импортозамещение, безусловно, это направление, которое генерит новые услуги и дает некий шанс отечественным разработчикам, отечественным интеграторам, которые поверили, что в этот тренд. И дальше рынок растует. У них более продукты и услуги качественные, тот, наверное, и будет востребован. Поэтому, завершая свое выступление, еще раз благодарю и особенно признателен нашим партнерам, которые, также являясь успешными компаниями, также поверили в то, во что я поверил два года назад.